Друзья, всем большой привет, с вами Страйкс, у нас The Long Dark. Мы продолжаем выживать. Я переставил все лучки не на серию, в другое место, немножко подальше, потому что зайцы что-то не ловятся. Прям как-то совсем. Они обычно очень легко ловятся, если ставить там, где они бегают. Починил фонарь, пока готовился к серии. Заточил ножик, он, кстати, волчара бежит. Скажешь, выйду от бояка, да? Волка испугался. Я бы, кстати, с радостью его бы здесь завалил сейчас. Хотел сходить погулять. 7 часов еще есть. Так, давай посмотрим, что нам нужно для того, чтобы погулять. Так, погода нормальная. Вода есть. Шоколадка есть. Спички это все есть. Рогоза, да? Початок есть, можно даже сожрать. Или нет. Волки воют. Сделали мы удочку. Удочка, удочка, удочка. Что еще? Свитер я, конечно, оставил в амбаре. Молодец. Хотел свитер починить. Второй, который более лучше. Ну, вот такой же, по-моему, да? Да, вот такой вот свитер я нашел еще второй. Хотел его починить, но оставил в амбаре. Я вот думаю, сходить бы. Хотя у нас голод, надо бы что-нибудь сожрать. Но у нас паразиты, да? Можно оленя сожрать. Я думаю, что пойти... Где волки? Хотел пойти вон в ту сторону. Посмотреть, что там у нас. Потому что я туда еще не ходил. Вон там два волка, да? Можно волков пострелять. Нам все равно шкура нужна. Всех, конечно, не перестреляешь далеко. Их тут очень много. Так, какая портится самая? 98, давай. -98. -2, хорошая погода. Прям на морозе съем. Лучший аппетит на морозе. Все, отлично, мы поели. Больше есть мы за сегодня не будем. Пойдем посмотрим зайцев. Может, кто поймался. 6 часов еще есть. И решим, что нам делать. Заодно веток, может, наберем. Там ветки есть, полно веток. Где зайцы? На костер, конечно, не хватит. Хотя зайца, он быстро разделывается. Там, по-моему, минут за 40 всего зайца расколупаешь. Вон два волка ходит. Достаточно далеко слышно их не шаги. Блин, это стремает. Потому что, и особенно когда видишь, то еще ладно. Хорошо, когда видишь врага. Вот откуда этот звук? Или это заяц? А, это заяц. Фух. Зайчик, ты меня так не пугай, пожалуйста, своим прыганием. Музыка еще такая. Ну, я музыку обожаю в The Long Dark. Как и саму игру. Сейчас, конечно, кончились скидки. Кто ее не успел купить, уже опоздали, но когда будет следующая скидка, обязательно приобретите. Это, наверное, единственная. Ну, не единственная, конечно, но одна из игр, которая стоит своих денег в раннем доступе. Я имею в виду, что именно ранний доступ. Разработчики ее постоянно дорабатывают. И это радуется. Так, у нас один пустой селок. Где еще селок? А, я, по-моему, здесь ставил. Может, вот здесь? Прям сюда все сделать? Здесь они вроде прыгают, зайчики-то.
Веточек понаберем. Так, вот селочек стоит, вот селочек, но пустые. Ну, зайки прыгают. Неужели это зайца звук такой? Но я хочу сказать, как-то стрёмно звук это сделан, потому что... Он как будто прям вот здесь, и в то же время как-то далеко. Какой-то там 3D объем, и я вообще прям, не знаю, я слушаю и стремаюсь. Кажется, что это большие шаги, а это на самом деле зайчик. Так, ну что, зайцы пока что не поймались. Это печально и грустно. Печально и грустно. Вон волки ходят. Волка стрелять не хочется пока что. Пока он на нас не нападает, нам стрелять в него не хочется. Потому что, знаете, когда нужен будет волк, он сам к нам придет. Поэтому в плане шкуры я вообще не беспокоюсь даже, то, что у нас волчатины там где-то не будет. Волки, они повсюду. Вот что касается там зайча шкуры, вот это надо, да, охотиться. Может, конечно, еще селочков понаделать. Чуть побольше. Сколько у нас? 6 часов еще есть, можно, в принципе, погулять. Можно было бы обратно сходить в эту самую, в амбар, посмотреть, пришел ли медведь, второй раз, вторую ходку сделать. Мы, в принципе, поели, если что, там поспать сможем. Либо пройти дальше, там есть дома, и можно залутаться дальше дома. В домах там можно полутать, я думаю, шмотки. Хотите... Где? Откуда? Рычал. Рычал, бежал. Хотите сказать, это был зайчий такой шорох? Это, по-моему, было именно волчий шум. Ну, вообще стремак. Такой засел называется. В окоп. Сижу, как в бункере. Так, конечно, неинтересно играть. Я признаюсь. Но ничего не поделаешь. Жалко Машулю-то. Не хочешь, чтобы она погибала-то у нас? Так, ну что делаем? 5 часов еще у нас. 5 часов. Можно идти домой. Опять какое-то прогружение было. Можно идти домой и делать шмотки. Ну как шмотки? Чинить там всякие... Ножи точить и так далее. По-моему, кто-то ходит вот здесь, нет? Прям такой тень прошла. Ну шаги слева есть. Да, по шагам, по-моему, они что-то переработали. По звукам стало как-то не очень. Потому что порой не слышишь врага далеко, а слышишь, как будто он близко, а на самом деле он далеко. Хорошо, давай-ка выйдем из этой двери. Я всегда пропускаю эту дверь, на самом деле здесь есть дверь еще одна. Здесь 3 двери в доме. О как. Минус один. Гулять и гулять. Друзья мои. Сходить посмотреть, что там. Снежочек идет. 5 часов осталось. Может, дом какой найдем? Нет, ну, ребят, не говорите мне, что это зайцы. Это прям реально звук волка.
Заяц так не прыгает. Он прям так хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Это волк ходит так. Хотя, может, и заяц. Скорее всего, меня глючит уже в этой игре. Пятую серию подряд записывать как-то стремновато. Потому что начинаешь уже бояться за персонажа. Думаю, сейчас я расслаблюсь и просру опять все. Все сохранение. Может, здесь по гребню пойдем? Вот так. Меня сейчас черт ногу дернет. Пойду на ночь глядя куда-нибудь, как обычно. Я могу. Практикую, да, умею, называется. Ну что, есть какой домик? Сейчас что-то ничего не видно. Пока. Пока что ничего не видать. Тихо-тихо-тихо, красотуль, не спи. Тебе спать пока я не дам. Пока ты мне какой-нибудь дом не найдешь. Что у нас там по времени-то? Ну, по времени более чем нормально-то у нас. Ага. Ну, у нас здесь олени прыгают, в принципе. Три штуки. Три штуки олень. Если что, они на олени перекинутся. Пойдем в ночи. У нас будет ходка ночная, я думаю. Погода нормальная. Потому что когда еще такое будет? Я имею в виду по погоде. Вон еще олень. Мы под охраной оленей. Если волки где и будут, мы к оленям сразу. Они перекинутся. Если кто не в курсе... Волк перекинется на оленя. Че ему человека жрать, да? Ему лучше олень. Так, а возле вот этого булыжника ничего не может быть такого? Может, пещера какая? Может, трупачок какой? Нам бы топор. Классный такой, погода, смотри, какая. Вообще, да? Прям здоровская. Угу. Понятно все. Так, а где мы? Мы вот отсюда пришли. Чтобы ориентироваться-то хоть немножко. Хоть как-то немножко сориентироваться. Вот, вот этот... полудом. Здесь я жарила оленя, когда не на записи убила оленя. Ну, точнее, не убила, а нашел. Нашел оленей труп. Я его разделал. Веточки все-таки подберу. Мало ли придется на улице печку топить. Так, ну что-то тут прям вообще не подняться, ничего. Я тут здесь заберусь, нет? Может, я дальше заберусь? Блин, там волк ходит. Что-то я поперся вообще непонятно куда. 4 часа до ночи осталось. А я тут, понимаешь ли... Так, 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 красотуль, ты только, пожалуйста, ногу себе не сломай. Потому что чинить тебе сейчас не самое подходящее время. Кстати, вот здесь могу подняться, наверное. Да, могу. Так, волк, волк, волк вроде туда ушел. А мы пойдем сюда. Ух. Послушали? Горизонтик. Опасный холм. Здесь я еще не был, ребят. Здесь мы еще с вами не ходили. Это мы сейчас вышли к той речке, где мы бункер нашли, да?
Примерно. Примерно та речка. Так, проблема в том, что холодает. И время на ночь. Так, я вижу, по-моему, пещеру, нет? Что-то опять прогрузилось. Маленький фриз был. Шумит фонтан, хотел сказать. Водопад. Я Рагозу нашел. Я нашел Рагозу. Главное, на медведя не напороться. Это будет привет. Привет, медведь будет. Я, конечно, понимаю, что его можно с трех выстрелов завалить, но это надо на дальнем расстоянии его поймать. И чтобы после первого выстрела он не побежал, а просто там что-то затупил, там развернулся, порычал. Так, мы сможем там подняться, кстати? Я вот не уверен. Я не уверен, что мы сможем тут подняться. Ну давай, 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 только ногу не сломай себе. О, нормально. Ты же у нас альпинистка, скалолазка. Давай еще тут. Минус 6, смотрите, мы прям дальше-дальше все отходим, и у нас... Прям совсем холодает. Уже околели. Тихо-тихо-тихо, хватит дрожать. Я хочу послушать. Здесь нельзя дрожать, здесь надо слушать. Ну, я не знаю, ребят, я иду по какой-то дороге. Давайте мы попьем. Съедим шоколадку, чтобы прям энерджи батончик был. Попьем водички. Да, мы уже наперевес пошли, видите? Из-за усталости. О, нормально себя чувствуем. Минус 3 сразу, видите? И еще, я не знаю, как здесь работает или нет. В реальной... О, какая-то избушка. О, пойдем, домики нашли. Тихо. Вроде никого. Смотрите, в реальной жизни, если человек голодный, он же, ну, мерзнет, если кто не в курсе. Мерзнет больше, чем усадьба Три Броска. Неплохо. Я еще тут не был. Так вот, я думаю, что в игре может быть тоже, если у нас герой голодный. Так, ну я так понимаю, здесь вообще не укрыться. Здесь все разрушенное. Так, сколько у нас? 3 часа, в принципе. Если что, вернуться сможем. О, олень. Олень — это шкура, ребят. Это очень круто. Замерз, наверное, да, олень? Тридцать минут. Один прыгает. Так, вот здесь что-то есть. Ох, ребята. Я не знаю, я прям скриншотик сделаю. Потому что... Так, бревно. Можно, конечно, здесь так, знаете, заночевать. Смотрите, у нас есть спальник, у нас есть чистка для ружья, у нас есть что почитать, у нас есть аптека. Контейнер. Сейчас бы топор, ну пожалуйста, топор, топор. Как... Так, а давайте мы... Какой спальник? 88, а сколько у нас? По килограмму, по... О, я вот этот выкину свой. А вот этот заберу. Холодный, правда, он, наверное, да? Нет? Но он получше, он был 88. Можно, конечно, его починить. Но я не буду. Перо заберу. О, бочка готовит. Кстати, можно здесь жить. Ну, чисто так, теоретически. Не особо, конечно, приятно тут жить.
Кстати, а сколько по градусам? Мы здесь минус 3, а здесь... Блин, а мы здесь мерзнем. Но я бы не сказал, что сильно. Если костер разжечь, в принципе, норм. Так, давайте мы отогреемся, заодно мы разделаем этого. Тихо. Да, минус 7, нам надо срочно костер, надо согреться. Иначе мы дальше не сможем идти никуда нормально. Ну и плюс, чтобы отгонять всякую пакость. Давайте мы разожгем костерчик. Заодно мы разделаем оленя, нам как раз еще шкура будет, это круто. Хотя у меня... А, ну у нас бревно есть, нормально. Я хотел сказать, у меня нет веток. Веток-то да, мало, но бревно есть. Заодно поедим, наверное. Ну что с тобой поделать? Машуль, давай соберись. Заодно почитаем. Потом. А, у нас зажигалка, конечно, уже все. Уже, конечно, там крикет, наверное. Это не крикет, а кремень уже сточился. Помните такое время, когда кремень стачивается, достаешь из другой зажигалки, вытаскиваешь, разбираешь, переделываешь зажигалку. Это потом уже крекеры пошли. Крикеты пошли. Которая зажигалка, которая всегда зажигается. Очень крутая зажигалка. Так, отлично. Бревнышко, раз. Отогреваемся? Давай, сейчас нагреется температура у нас. Да, нагревается температура. У нас уже 7 градусов. Мы, в принципе, потихонечку отогреваемся. Так, перышки я заберу. Перышки – это хорошо. Так, давайте первым делом, наверное, мясо и шкуру. 40 минут. Да, согреваемся. Тихо. Один час до ночи, ребят, очень опасно. Чё за звук такой был? Ребята! Ребятульки! I'm gonna need to rest soon. Ребятульки, я такого еще не видел. Вы поняли, что произошло, нет? На воздухе, на открытом, из-за того, что ветер, костер быстрее потух. Сейчас только что было много там, я не успел даже это, смотрю, он уже там 8 минут остается. Смотрите, какая из-за того, что метель, менее часа до ночи, вот то, что... Конечно, это минус. У нас тут переночевать в лесу, это, конечно, круто. Всю ночь сидеть, не смыкая глаз. Давайте поедим, наверное. Хотя бы будем не голодными. Хотя бы будем не голодные. Ну чё, пойдем потихоньку домой, я думаю. Хотя мы устали очень сильно. Можно поспать прям тут, но я думаю, что волк может сюда прийти. Замерзнуть-то мы не замерзнем. Может волк прийти. Хотя и замерзнуть можем. По сути-то.
Сюда он может зайти? Давайте такой чит сделаем. Чит, не заходи. Хотя это ему не поможет. Нам точнее. Можно костер разжечь. Костер, я думаю. Так, сколько у нас веток? А у нас веток уже нету, да? У нас веток все. Да? Да, у нас веток все вообще. Прям беда. Беда. Ну, в принципе, нам бы пару часов поспать, мы бы дошли бы до дома. Блин, музыка такая стрёмная. Так, а у нас сейчас... Что такое? Ночные походушки. Не, ну это темно. Ночью темно ходить. Эх. Так, минус 4. У нас спальник до плюс 6, да? Комфорт, зона комфорта. Было бы, конечно, можно интересно вот эту штуку сделать, но у нас прутиков надо 15 штук. Давайте мы зону комфорта себе создадим где-нибудь тут. Бонус от кровати. 4,4. Блин, если сейчас за час похолодает, мы замерзнем. Опасно. Опасно, ребята. Сколько у нас по градусам? 4. 9 часов до утра. Давай еще часок. Просто за час можно околеть прям вообще в жесть. Если... Не, здесь, конечно, ветрозащита. Здесь может быть и постоянная температура минус 4. Нет. Не постоянно. И видите, минус 8 по ощущениям. Плюс 4,4. То есть у нас минус 4 будем сейчас мерзнуть. Мы уже мерзнем. Твою ж ядрен батон. Это минус 10 здесь. Там, наверное, все 30. Че разломать? Дайте ветку разломать. Ух! Ёпарасоте. Минус 30. Метель минус 30. Не-не-не-не-не. Блин, минус 15 тут. Минус 15. Сейчас замерзнем. Вот это вообще меня дернуло. Вот это я вообще даю. Чё разобрать? Чё распилить? Чё могу сделать? Книжку почитать? Нет. Блин. Что бы разжечь такое, согреться? А, я знаю, что разжечь, согреться. Ну как, такое. Такой вариант, конечно. Плюс 3 градуса, давай. Минус 14. Минус 13. Минус 12. Плюс 3 градуса дает у нас светильник. Но я скажу, что это нам погода не сделает. Ты смотри, метель какая. Ёпарасоте, нам надо срочно в дом. Я ничего не вижу. Где дом? Ёпарасоте. Переохлаждение минус 34.
Где я? Ух! Жесть! Жесть! Растирай ноги! Спирта хлебани! Пусть добавят Russian водку. Кто-то нам предлагал, дайте Russian водку, чтобы выпил и согрелся. Блин, что делать? Я могу костер разжечь. Костер. Срочно костер. Из чего могу костер? Ну, блин, он не прогорит. Из том... Нет, нет. Давай хотя бы так. Может, сейчас метель продует. Продует метель. Хотя бы немножко снизится. Но, блин, за час мы все, мы уже переохлаждение, ребят. 96. Нам надо срочно в дом. Прям вообще срочно. Ой, ёпарасоте. Жесть, здесь очень холодно. Блин, что делать? Мы прям на грани выживания. Так, минус 13. Немножко стихло, по-моему, нет? Дурацкая метель. Сейчас бы метели не было, я бы, может быть, прошел бы как-нибудь. Блин. Да, дурная затея была ночью спать. Да, еще и усталость. Самое страшное — это усталость, на самом деле. Переохлаждение, хер бы с ним. Нам надо бежать. А бежать я не могу. Ну давай, 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 проходи усталость. Точнее, не проходи усталость, а проходи метель. Она так может до утра быть, да? Эх, дурацкий Зеландарк. Зачем я начал записывать эту серию? Зачем? Не сиделось в доме хорошо. Блин, минус 13. Что делать? Пишите в комментариях, что делать надо было. Так. По-моему, стихает. Нет? Глюки? 91%. На крайняк можно двинуться бегом к бункеру. Я просто не вижу ничего. Я просто не увижу. Лампа еще горит? Блин, калории быстро идут. 91%. Там дикий мороз. В минус 13 я бы пошел. Там минус 34, ребят. Минус дурацких 34. 31 сейчас. Блин, 89. И не поесть ничего. И ничего у нас такого-то нету, да? А, у нас есть шприц, в принципе. А, все, ребят. Ребята, ребята. Нет. Бегом. Пока плющит, штырит. Я ничего не вижу. Но пока штырит нас, мы можем бежать. Ой-ой-ой-ой. По-моему, зря задел я это дело. По-моему, зря. Я не знаю, куда я бегу. Я не знаю, где я. Я не знаю, где враги. Я вообще ничего не вижу. Я вижу лед. Я поднимаюсь вверх. Так, давай, 97, нормально все идет. Пока живем. Бежим. Ох, вообще эпик. Эпик, бурный эпик. Минус 34. Я под какой-то героиной-наркотой. Бегу вперед, я не знаю, куда я бегу, но по прямой вроде бы как бы веру этот самый. У нас усадьба наша по прямой. Ой, не сломай только ножки, дорогая. Все, устал, изнеможен. Я не знаю, где я. Какой-то дом. Изнеможен, устал, какой-то дом. Путник, у тебя что? Дай что-нибудь, шубу там, не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, дрова, дрова, отлично. Перчатки давай. Контейнер. Наркота спасла.
Так, что тут есть? Ничего нету. Жгем костер. Жгем костер, отогреваемся. Так, красотули моя, родная, любимая, давай, только разожги, только разожги. Давай, чем можешь сжечь? О, можно флайером разжечь? Нифига себе. Горящий флайер, может, заточит. процентов. Если ты не разожгешь, это будет все. Патрон я вижу. Давай, давай. Мерзлыми, холодными, мокрыми руками. Ну, они не могут быть мокрые, они, в принципе, замерзли, они в ледышках, наверное, все. Давай, пока еще героин держит, давай. Фигарь, шприц, шприц тема. Шприц. Ты серьезно? Бревно, бревно целое. Я думал, что бревно спалило. Давай вот этой вот штукой. Она горит уже, давай, разжигай, пихай ее туда. Короче, если мы сейчас разожгем костер, мы согреемся. За час, я думаю, что мы отогреемся, по крайней мере. Я не знаю, что мы там будем делать, топить воду или еще что-нибудь. Я не знаю, где я сейчас по карте, вообще, что происходит. Это, блин, это бомба просто. Такой эпичный момент. 86%. Срочно разожги костер, пожалуйста, я тебе Ты издеваешься? Давай! Разжигай! 86%. Давай, нам надо срочно отогреться. Отогреемся, поспим и нормально все. Я думаю, что если мы сейчас разожгем хотя бы на часок, я думаю, сразу же надо спать. Потому что у нас прям вообще мы дико устали, мы на проценты 85 уже. Да что ж ты делаешь-то? Давай! Давай. 84%. Я в каком-то домике. Я не знаю, в каком я домике. Я не знаю, где я. Я бежал тупо по прямой. Немного вправо скосил. Потому что мы шли как бы немного по диагонали. Я думаю, я бежал, в принципе, в сторону усадьбы. Но это жесть. Это реально нервы. Не хочется нашу машулю терять, погибать и прям вообще на волоске, можно сказать. Если я выживу, я назову эту серию, что наркота затащила, я не знаю. О, живем, живем. Давай, давай, грей, разогреть. Разогреть и выпить горячего чая, чтобы согреться. А хер ли мы ни хрена не греемся, я? Минус 7. Давай быстрее ешь, ешь, пей. Не разогрело, что ли, я не понял? Где кружка? А, у нас в аптечке она. Уже остыло, наверное. Пить, горячая, давай. Давай, давай, согревайся, согревайся, роднуль. 1:20. Минус 10, ну как так? Я спальник-то забрал? Во будет дело, если я спальник не забрал. Потом мы с вами там еще спальники выбирали. Надо было домой бежать. Блин, возьми шкуру, укутайся шкурой. Минус 10, плюс 4. Ну это что за трэш? Короче, не знаю, ребята. Я вот так сажусь. Ну, костер, ну ты вообще греешь, нет? Плюс 8. Очень-очень холодно. Давай потрошку заберу. Давай часочек. Чтобы не умереть только во сне. Только не умери во сне. Не надо умирать во сне. Не надо умирать во сне. Живи, 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 живи. Живи, живи, живи. Чего так темно? Мы выспались чуть-чуть. 77... Ой-ой-ой-ой. Блин, очень холодно, очень холодно. Костер греет, но очень холодно. Я понимаю. Давай еще поспим. Только не умирай, только не умирай. 71% там был. Нам надо еще чуть-чуть, чтобы пробежаться. Блин, жалко. 4 часа до утра, давай-давай-давай-давай. Давай хоть немножко, погода. Костерчик, ну ты хоть немножечко будешь греть, нет? 14 минут. Взять головешку. Зря взял. Зря взял головешку. О, минус 4, кстати, с головешкой-то. 50%, ёпарасоте. Чё можно сожрать такого, чтобы вштырило нас прям так? Ешь что-нибудь. Я ничего не могу такое антистрессовое сожрать сейчас, чтобы он нас вштырило прям так. По-божески. 49.
Ноль! Ноль, ребята! Ноль! Спим! Я надеюсь... Давай, давай, пожалуйста, только не умирай, только не умирай. 49 за час 3 часа до утра. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Живи, 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 живи. 3 часа до утра. Минус 8, ёпарасоте, но я выспался, 40%. Забираю спальник. Сколько? Минус 8. Сколько градусов? Минус 5. Где я? Ни хрена не видать. Бежим. Просто тупо бежим. Беги, 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 беги. Я не знаю, куда я бегу, ребят. Поляна. Где наша поляна? 36%. Где наша дурацкая поляна? Минус 4. 37. Где поляна? Хоть немножко бы видеть. Я не знаю, с какой стороны. Я потерял ориентир. Так, а что такое? Камень. Где дурацкая поляна? Где хоть какая-нибудь поляна нормальная, чтобы я видел? 35, давай быстрее здание мне. Срочно, срочно здание. Отогреваться прям момент, сразу спать. Срочно здание дайте мне. Прям моментально здание. Прям супер-супер коттедж. Особняк 15 этажей. Давай, давай, давай. Красотули, найди хоть какую-нибудь хуйню. Почему не сделают палатку, я не знаю, чтобы можно было спать в ней. 33%, давай срочно здание. Сейчас помрем. Ну давай, то беги уже. Давай, 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 давай. Так, я вижу елки, елки виднеются. Елки, значит, где-то мы... Все, переохлаждение схлопотали. Сейчас бы шприц помог. 31. Елки вижу. Ёлки вижу, значит, где-то наше здание. Где? Где здание? Не вижу ни хера. Сколько до утра? 2 часа. Давай, давай, давай. Ни хера не видно. Где дурацкий особняк? Давай, давай, беги, беги, красотуля моя. 28%. Давай, бегом, блядь, до дома. Бегом, давай, давай, давай. Где дом? По-моему, вижу. Вижу усадьбу. Давай, давай, 26, беги! Беги, твою мать! Или не вижу. Чё-то меня уже штырит. Я то ли вижу, то ли вижу. По-моему, вижу. Давай, давай, усадьбу вижу! 25, давай, 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 давай! Ребята, там осталось совсем чуть-чуть. Давай, давай, беги! Беги, блядь, я не знаю, из последних пяток беги. Давай. Экономим до последнего рывка. Сухость во рту, 23%. Усадьбу вижу. Осталось только бегом. Минус 6. Давай. Давай. Волк, иди нахер. Иди нахер, не беси меня. И так стрёмно. У меня уж прям сердце в пятках. Я переживаю за нашу Машулю. 20%. Вообще без башни. Взял еще и мясо, своровал. 18%. Только не умирай, только не умирай во сне. Во сне не умереть, самое главное. Зашел в тепло. 16%, самое главное не сдохнуть. Отогреваюсь. Давай ешь быстрей. Ешь быстрей. Чё-то вообще не идет еда. Пей быстрей. 16%, чтобы главное, чтобы не упало. Сейчас пипец будет. Блин, голод. Голод, голод, голод. Надо было еще взять. Бегать не могу. Что сожрать? Есть что сожрать? Давай ветки.
Отогреваемся срочно, у нас дикий перехолод. Перехолод, давай грей. Топи печку, отогревайся. Сейчас самое главное, чтобы не падали проценты. Блин. Давай. Давай, come on fire, мы уже дома. Я уж не надеялся, давай, только не сдохни, пожалуйста. 16%, давай, 17, ну пожалуйста. Главное, чтобы не падали проценты, ребят. Если сейчас они не будут падать, нам сейчас самое главное погреться чуть-чуть. Сон хер бы с ним, со сном. Мы сейчас еще более-менее как бы живем. Перфект, давай, топи. Ой, не надо книжку. Ох, отогреваемся, прям жопой подошел. А зачем я фонарь включил, я не знаю. Не-не, давай с фонарем попозитивнее немножко. Давай с фонарем. Жесть. Давай, жопку грей, давай. 28, давай, по ощущению 28, хорошо, давай, чуть-чуть, сейчас отогреемся. Сейчас, если у нас будут, мы изнеможены, мы не хотим пить, у нас есть голод. Если мы сейчас просто тупо отогреемся, мы сможем с вами поспать. Но я очень буду надеяться, если мы просто не умрем, не умрем во сне. Но опять же, с другой стороны, блин, опасно. Очень опасно. У нас переохлаждение, оно у нас проценты сжирает. Мы можем просто от времени умереть, от процентов, то, что оно падает. Сейчас самое главное, чтобы проценты копились. Ой, вообще аж руки затряслись. Давай, отогревайся, девочка, отогревайся. Ну, не знаю, сейчас еще поесть бы чего-нибудь. Но я... Вот шприц очень крут. Но я скажу, ребят, так. Блин, я не знаю, если шприца бы у нас не было, мы бы до дома даже не добежали. Я не гарантирую, что мы сейчас выживем, потому что, ну, потому что, ребят, как-то так. А на этом я серию закончу, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, и увидимся в следующей серии, возможно. До новых встреч, пока-пока.